Россия все время пыталась изобразить себя и продвинуть себя в Европу. Продвинуть себя к европейской цивилизации. При этом, будучи Золотой Ордой, собирая земли, старые земли Золотой Орды. Почему так происходило и почему сейчас произошел вот такой вот поворот? Насколько я понимаю, если Путин сказал, то поворот будет происходить во всей российской историографии. Очевидно, что постоянным врагом является Запад. То есть Россия уже очень давненько не воюет и не конкурирует с Востоком, как бы мы ни понимали эти, значит, абстрактные такие географические явления, потому что, ну, что такое для России Восток? То есть это современная Индия, но с ней дружили еще со времен ее освобождения от британского колониального... Инди, Руси, Пхай, Пхай, да. Да, китайская модель социализма, с которой ругались, воевали, ну это как бы наши люди, это Корея. На Востоке нет на протяжении 100 лет ничего такого, чтобы ментально угрожало российскому человеку. То есть есть определенный имперский такой шаблон, мы все равно умнее их...